У остановки Гупровский городок нетрезвый водитель УАЗа устроил аварию, из-за которой почти на 4 часа было блокировано движение трамвайных вагонов в южном направлении. Проезду электротранспорта мешал замерший близ рельсов автомиксер. Это была первая машина, которую задел «Патриот». Шофер бетоновоза собирался подняться к главной улице города. Нарушитель появился откуда-то справа. Водитель УАЗа как-то резко выехал с обочины, не уступил дорогу, затормозить не успел. Сильно близко было. Буквально по ударам можно судить. После удара о борт грузовика «Патриот» отлетел обратно к обочине. Но уже существенно дальше того места, откуда стартовал словно спринтер. Другим бортом внедорожник налетел на «Шкоду», припаркованную вдоль бордюра. В ней была хозяйка. Автолюбительница травм не получила. У этой машины оказался ободран бок. Шофер УАЗа, к его чести, сбегать не стал. Мужчина участвовал в оформлении ДТП и согласился пройти тест на трезвость. Полицейский прибор показал, что за рулем нарушитель находился в состоянии между легкой и средней степенью опьянения. С места происшествия Денис Коршунов, Мария Склярова и Виталий Векслер.